Пошла, встала, работа. Смеяться будешь дома с Сашей. И с Ромой на тренировке будешь смеяться. Включай. Музыку поставь, работай. И не убери, убери смех, убери, это не смешно. Это труд, адский, тяжелый труд. Он бедненький, конечно, терпит меня вот такую, но я думаю, что он потом в конце концов меня отблагодарит. Что ты смеешься? Как ты катаешься? Актер! Мне надо медали, это еще не все! Моя партнерша, Таня, требует от меня все больше, большего и большего. На самом деле я уже все выдал в первых двух танцах, и стремиться мне выше некуда. Он может. Ого-го, что он может. Поэтому и я это чувствую, это знаю, поэтому я хочу, чтобы он это показал. Танюшка, не успеваю я сделать этот поворот. А кто виноват? Я не настоящий фигурист. Виновата ты, потому что ты мне поставил сложное движение. Она меня мучает. Я хочу домой, я хочу быть актером. Я хочу к маме. Лучше играть в театре, лучше играть в кино, чем работать здесь. Серьезнее можно быть немножко? Хватит уже вот эту твою дурость. Уже вся страна смеется над тобой. Комик, ё-мо. Что теперь делать-то дальше? Уже все 6-0. Ну, я надеюсь, что мы еще будем и впредь получать все 6-0. У нас теперь задача получить первую оценку все 6-0.